Здравствуйте. Авария с участием мотоциклиста произошла в Сарове. По предварительной версии, водитель легковушки подрезал байкера. В течение нескольких часов движение по улице Силкина было заблокировано. Авария произошла в центре проезжей части. Предположительно, байкер летел по главной дороге. В него врезалась легковушка, выезжавшая с парковки. При столкновении мотоциклист получил серьезные травмы. Ему потребовалась госпитализация. Мужчина сбил девушку-велосипедистку на пешеходном переходе. Водитель «Лады» не снизил скорость, подъезжая к «Зебре». Пострадавшая же нарушила правила дорожного движения, пересекая проезжую часть верхом на велосипеде. В результате девушку подбросила на капот машины. Серьезных травм она не получила. Степень вины каждого из участников ДТП предстоит установить дорожно-полицейским. От судьбы не уйдешь. Избежав столкновения с одним грузовиком, водитель «Лады» тут же врезался в другой. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На набережной Грибного канала мужчина за рулем отечественной легковушки потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. В результате аварии пострадали водители обеих машин. Мужчинам потребовалась госпитализация. Авария произошла на улице Академика Сахарова. Белая Мазда ударила в левое крыло Тойоту, двигавшуюся в соседней полосе. ДТП вызвало недоумение у других участников дорожного движения. Многие предположили, что такое странное поведение водителя кроссовера на дороге – попытка автоподставы. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если вы стали очевидцами происшествий или аварий, присылайте видео на нашу электронную почту канал1nn@mail.ru и в группу Первого городского телеканала ВКонтакте.